Извините, вы сейчас купили зайцев. С чем это связано? Для детей. Для детей? Они будут рады. Вы год зайца. Я нет. Нет. А какой год приближается, знаете? Ну, читала в «Правде», год зайца. А что вы об этом годе думаете? Каким он вам видится? Ну, главный был бы мир. Новый год – праздник, который мы ждем каждый раз с надеждой и волнением. Верим, что в новогоднюю ночь исполнятся наши самые заветные желания. И не случайно в последние дни декабря мы вспоминаем о гороскопах и календарях. Следующий год будет годом кролика. Но я надеюсь, что он будет намного плодотворнее, чем год тигра.